главное предложение только сегодняшнего дня – это блоки интерьерного покрытия. Вы знаете, за время изоляции изменили интерьеры более 35 тысяч наших телезрителей. Это бестселлер, который меняет вашу жизнь. Это предложение, которое можно использовать и в гараже, и в ванной комнате, и в зале, и в детской комнате. И самое главное, что ваш интерьер преобразится. Посмотрите, как делают интерьер наши телезрители. Вы сможете также буквально 2 часа отклеивайте защитный слой и все. А как делать это быстро? Какие есть нюансы и фишки, вам расскажет наша ремонтная бригада. В лице Алексея Мичурина сегодня, который знает все о ремонте и даже больше, поэтому звоните, задавайте вопросы. Итак, главное преимущество данных блоков – то, что их наклеить может каждый, даже человек, который никогда не делал ремонт. Леночка, держи тебе блок и мне блок. То есть все, что мы делаем, это снимаем защитный слой бумаги и дальше наклеиваем на поверхность стены. Стена может быть разная, и бетонная, и деревянная, и гипсокартонная, и из фанеры какая-нибудь. В общем, абсолютно любая. Выравниваем. Да, я сначала вот так, а потом ты я под потом. Меня. И дальше прикладываем. То есть на обратной стороне уже нанесен универсальный клей, который великолепно наклеивается на любую поверхность. И мы сразу получаем с вами вот такой красивый эстетический вид. Скажи мне, а если мы немного ошиблись, как бывает часто с обычными обоями, поклеили неровно, начинается стресс? Ничего страшного, минут 10 у нас есть для того, чтобы снять обои, скорректировать их и приклеить обратно. Кстати, обратила внимание, что у нас здесь из досок стена сделана и здесь щели. Вот когда мы наклеиваем сюда панель, то у нас эти щели все изолируются. Соответственно, теплый воздух не выходит, ветер не задувает, насекомые не заползают. Ползают. То есть это такие дополнительные изолирующие свойства данного блока. Ловите момент. Сегодня есть уникальная возможность, поэтому обязательно здесь и сейчас. Еще, Леш, смотри. Да. Часто бывают, конечно, вопросы от телезрителей, зная, что уже это наш хит, а новые телезрители все больше и больше приходят к нам на телеканал. Насколько они долговечны? Если использовать на кухне, когда капает жир, но все-таки ты готовишь и не бережешь такие обои. Панели сделаны из вспененного ПВХ. Это материал очень прочный и устойчивый ко всем изменениям. Отлично. Более того, верхний слой влага и грязи непроницаемый. То есть, если что-то попадает, вы легко смываете это тряпочкой. То есть, они еще и очень практичные, моющиеся обои в прямом смысле этого слова. Так, дорогие, что хочется сказать. Смотрите, я лежу в руках, вот я специально вот так вот поднесу, чтобы вы видели. Это 20 панелей, посмотрите, да, которые идут уже в защитной упаковке, поэтому где-то ехать, не только в автомобиле, в общественном транспорте, вот так вот поставили, как я сейчас делаю, и спокойно наслаждайтесь и понимаете, что 10 квадратным метрам, благодаря вот таким блокам интерьерного покрытия, у вас будут другие. Запасайтесь сразу возможностью заказать, возможно, несколько пачек, если у вас большая комната, но и самое главное, это цвета, которые вы сегодня выбираете. Итак, золотой ретро, много света, золото, красоты, кирпичный самый популярный, альпийский дуб, светлый, гармоничный, изысканный, подходят любые цвета комнат, греческий мрамор, серый, интересный, да, такой графитовый, золотой, хит. Кирпич белый, мозаика белая, многие выбирают даже на потолок, да, как на, не только на стены. Римский кирпич карамель, римский кирпич белый, римский кирпич бежевый. Новинка для наших телезрителей, поэтому желто-белый есть еще интересный. Выбирайте кирпичная кладка, такой, да, очень приятный, с белыми разводами, сочный лайм. Как он хорош! Детская комната. Вот он у нас, еще раз покажу. Смотрите, так что выбирайте здесь и сейчас любимые предложения. И, внимание, это цена 2020 года. Я торжественно заявляю то, что в этом 2020 году панели последние эфиры. Больше их не будет. Пока есть возможность, выбирайте в черную пятницу со скидкой 37%. Леша, бетонные стены. Многие сейчас покупают квартиры и думают, как выравнивать, как шкурить и так далее. Это квартиры без отделки, когда мы видим бетонные стены и можем даже пустить проводку. Нам не важны здесь вот эти стыки, нам не важны дыры, которые есть на бетонных стенах. И мы можем абсолютно не задумываться о том,
чем бы их оштукатурить, как их выравнивать. Обои, благодаря своей 3D-фактуре, скрывают все карамель. Неровности и таким образом выравнивают стены. Называется римский кирпич-карамель. Вы сейчас видите, вот красиво очень. Леша, а вот интересно, вот этот цвет, которым клеим сейчас, греческий мрамор, да. Серый, графитовый. Посмотри, мы сейчас что делаем? Отклеиваем защитный слой и начинаем клеить блоки интерьерного покрытия. А потом все, мы не ссоримся, мы не разводимся, не дай бог. Да, у да. нас нет никаких проблем дома, никто не ругается. То есть ремонт в радость это называется. Еще знаешь, как бывает ремонт в радость? Когда ты понимаешь, что у тебя много угловых панелей, да, вот таких вот углов, и ты не знаешь, как правильно их подогнать. Говорят же, да, вот под углы нужно специально как-то подбирать и вырезать обои. Как это делать? Эти обои хорошо гнутся, поэтому если вы заходите на угол, либо внутренний, либо внешний, то вы вот таким образом просто их загибаете на этот угол. Причем обратите внимание, что уголочек у вас не просто становится красивым, он становится еще и практичным. То есть если это проходное место, допустим, коридор, прихожая, и здесь постоянно угол обтирается, то он не порвется, не засалится и не испортится, не потеряет своего красивого вида. Знаешь, самое приятное, что вот сейчас даже я в эфирной одежде, с ногтями, с маникюром это делаю. И это сделала наш эксперт рубрики «Мода» Алена Канойко, которая вчера сама за 2 часа изменила свою прихожую. Давай посмотрим. Давай. Всем привет, меня зовут Алена Канойко, и сегодня я решила сделать небольшой ремонт в своей маленькой прихожей. Вообще ремонт это не мое, но говорят, что с нашими плитами это легко и быстро. Давайте проверим. Совсем немного времени, и посмотрите, можно, оказывается, самостоятельно одной сделать такой чудесный ремонтик. Кирпичный цвет использовала наша Алена Канойко, поэтому действуйте так же, как и вы. Алексей Мичурин очень любит рисовать на наших обоях, как делают это дети, и родители не ругаются. Ну, посмотрите, опять же, практичность, да, если что-то нарисуете, если что-то попадает на обои, то опять же берете и вот так вот стираете тряпочкой. Не ругайте детей, не ругайте, дайте им возможность творчески развиваться, даже если это происходит на обоях. Итак, дорогие, успевайте, не забывайте, что у нас есть также плинтуса белый, коричневый и красный. Подбирайте обязательно. Итак, еще раз напоминаю, золотой ретро, светлый оттенок, кирпичный, самый популярный, универсальный, альпийский дуб, греческий мрамор. Закончится в первую очередь. Золотой его обожают наши телезрители. Кирпичный белый, мозаика белая, римский белый кирпич, можно даже на потолке. Карамель, бежевый, желто-белый, новинка, яркий, сочный лайм и кирпичная кладка. Сегодня цена 2020 года. Успевайте делать заказ с бесплатной доставкой. 10 квадратных метров.